На базе Славянской автошколы ДСАФ уже не первый год работает военно-патриотическая площадка дневного пребывания «Допризывник». Старшеклассники славянских школ, которые проходят там курс занятий, приобретают нужные в жизни знания и навыки. Летом очень неплохо можно подтянуть свои знания по военной подготовке, позаниматься военно-прикладными видами спорта, познакомиться со своими ровесниками, увлеченными единомышленниками. Отличная база ДСАФ, специально оборудованные классы, площадки, наглядные пособия помогают преподавателям успешно доносить до ребят важную информацию. Будут также экскурсии в воинскую часть, будет экскурсия на крестико-парусную школу, они где-нибудь плавать, ну, на лодках. Мы не стараемся с них делать солдат. Просто первоначальные основы – разборка автомата, снаряжение магазина, метание гранат, точность, на дальность. Первое, в смысле, основы – ГТО, то есть бег, там, прыжки, отжимания, подтягивания. Это все они у нас проходят. Казаки военно-исторического клуба «Плавни» продемонстрировали ребятам вооружение и экипировку казаков. Их экспозиция оружия и снаряжения пользовалась повышенным вниманием всех учащихся. У нас цель, задача, да, подготовить их физически, морально, а вот, чтобы они уже, приходя в армию, там же не будут гаджетов, там будут реалии, чтобы они ручки вверх не поднимали, мама, папа, заберите, да, а они чтобы подкованные были, вот. Повторюсь, когда на практике, вот они работают, и они понимают, что смотреть и работать – это совершенно разные вещи. Вот, поэтому стараемся доносить именно теорию и практика. Стараемся, чтобы попрактиковались. Сергей Бедягин показал, как в самых непростых условиях, когда все решают секунды, защитить себя от противника с помощью винтовки и шашки. Кроме того, он продемонстрировал, что в умелых руках и кнут может быть серьезным оружием. Все это очень интересно учащимся. Старшеклассники на военно-патриотической площадке «Допризывник» в течение недели, пока длится их смена, занимаются физкультурой, учатся обращаться с оружием, наступательным и оборонительным, закаляют характер и воспитывают командный дух. После школы я хочу поступить в военное училище, чтобы стать офицером российских вооруженных сил. Поэтому площадка «Призывник» для меня очень важна, где я могу получить очень много разных навыков, пообщаться с ребятами, у которых те же интересы. Среди тех, кто участвует в работе площадки, немало и девушек. У них есть реальная заинтересованность в этой тематике. Я приехала сюда на экскурсию. Мне здесь очень понравилось, я люблю этим увлекаться. Мне нравится, что здесь показывают все, учат всему. Разбирать автоматы, магазины, рассказывают про военную тематику. Это очень интересно. Для записавшихся на площадку подготовлена хорошая программа. Одно из мероприятий – экскурсия на территорию воинской части, расположенной в Славянске на Кубани. Ребят там познакомят с боевой историей части, с теми, кем гордятся славянские ремонтники. Расскажут будущим воинам и о расположенной здесь военной технике. Андрей Вишневский, Дмитрий Волошин. Программа «События».